Подходит к концу третий день, как мои дети, младший десяток моих детей, 10 из моих 15, осваивает что-то, гармонь. Вот Егорушка, мой 10-й ребенок, 6-й сын, на гармонии что-то еще может сыграть. Давай, дорогой. Еще что-нибудь сыграй. Ну, молодец. Вот так я для чего эти съемки делаю. Да, время уже, он скоро 9 часов. Для того, чтобы другие родители тоже заводили побольше детей, с музыкой в семье было веселее, да? Угу. Молодец.